Хейл ГСМшники, мы продолжаем проходить игру под названием Иконоборцы. Так, одного босса из трех мы убили, и, наверное, в этой серии как раз будет три босса. Так, давайте сразу, думаю, сохранимся. И пойдем. Вчера не понимаю. Ничего, что ни хера не работает. Я, конечно, ни на хера не намекаю, но проход не работает. Хотя, подожди, могу ли... А, я ж не запрыгну на него. А что я делаю, блядь? Что за механизм запускаю? Я могу напрямую с ключом поменяться местами. Мне кажется, что-то бы сломалось. По крайней мере, скорее всего, должна эта дверь открываться. Я должен перекинуть ключ, с помощью ключа поменяться местами с помощью, ну, с ним. А, подожди, есть проход еще сверху.
один по-любому там останется. Мне на самом деле легче просто коробку взять, перекинуть на ту сторону. Благодаря моей скорости передвижения. Чем в натуре мучиться. Вот и все. Мне это легче сделать, чем вот это все, что я, по идее, должен был сделать. Ну вы видите, просто одну коробку использовал, да и все. Дело. Вот об этом я как раз и говорил. Теперь мне нужно ключик сюда. Теперь вот так вот. Готово. Готовенько. Так, а вообще по задумке я должен идти ж налево или направо? Вопрос. Так, для чего-то же здесь это стоит, да? Я уверен, что хочу именно сюда ехать. Что-то мне... А, подожди, а у меня же другого пути не было. Или был? Ладно. We'll be right back.
Подожди, я не понял. Почему электрошок не работает? Я точно помню, ни хера не мог сделать, потому что я видел, я помню, еще был проход вниз. Ладно, забью. Тусился, решил, короче, проверить. Все-таки не забыл ли я в натуре что-то. Я падаю, короче, сюда вниз. А здесь вот. Блин, я вот не понимаю, для чего мне чертежи, если у меня места нету. Уже 98%. Чум. Стоп. Тук-тук-тук. Пусть будет так. Ладно, идем вперед. О, это же могучий механик. Как ты сюда попал? Не хочешь жаловаться, но мы оказались в заперти. Первый концерн в итоге прознал, что наш секретный план находится и распространяет новый способ получения энергии без Айвери. Нас загнали в эту комнату, кто-нибудь вскоре явится нас казнить. Но зато мы классно от них убегали, правда ведь? Было так здорово, успевали даже им показать смешные ползы. Но если серьезно, вытащи нас отсюда, пожалуйста. Кто будет кормить моих кошек, если я умру? Откуда ты зашла в эту комнату? Эй, она... отобрал у меня ключ от вентиляции для химикатов. О нет. Пожалуйста, Робин, спаси нас.
Я вообще не понял, что это за босс. Что она вообще из себя представляла? Какие умения? Просто инвиз? Преогромное тебе спасибо. Нас, конечно, задело, молюсь, твоими выстрелами из шока стрел, но зато мы нас спасло. Теперь нужен диск с кодами к запуску ракеты. Остальные ребята с пушками, может тебе их найти. Но то, что ты делаешь, только на благо всех, поэтому я несу свою лепту в твое дело. У тебя все получится, упорство превзойдет тебя к твоим целям, а мы будем сматываться отсюда. Новый предмет, пропуск. Ну ладно. Не знаю, в чем была сложность вообще босса этого, но... Увы, ладно. Робин, я внизу. А, вот и ты. Кажется, я проверил все имеющие помещения, и я нашел никого, кроме, пожалуй, солдат. Извини, но нам нужны эти коды, чтобы запустить ракету. Что? Они у тебя? Правда? Наверное, я и правду сказал, чтобы мы оба искали их. Правда, я надеялся найти их сам. Я ни к чему болван, правда? Извини, я в последнее время не могу собраться с мыслями, но ты права. Что ж, мы готовы. Коридор, который приведет нас к ракете, находится прямо за этой дверью. Чтобы войти внутрь, необходимо иметь при себе белый берет. Это было объявлено. Но у меня есть несколько... Не волнуйся. Будем молиться, что Мина и Эрла сумели добраться до комнаты управления. Мне интересно за третьего чувака сыграть. О, новая механика боя сейчас будет. Ну и если смотреть с этой стороны. Подожди, это типа отбивать, да? Парировать. И я сейчас буду драться с боссом, который, наверное, очень быстрый, а мы даже на такие, оп, прыжок. Но обратно мы уже точно не вернемся, как мы понимаем. Ну, только если так драться. Ну и ладно. Странно, что он от меча умер с одного удара. Процентов мы прошли. Так, я теперь думаю, ну это получается он тури конец возможный. Я чувствую, что ты слаб, солдат. Слабый человек лишь прячется за ложной моралью, пока не придет день, когда ему придется применить ее на себе. Человеческая сила кроется в знании своего места, которое он должен защищать. Правила
пот и кровь. Ты стена, охраняющая будущее от прошлого. Тем не менее, ты предпочитаешь оставить дверь открытой. Вот твоя сила. Ты можешь управлять своей судьбой. Мир несоразмерим, мал по сравнению с человеческой непоколебимой и решимой темностью. Твое решение пренебречь своим предназначением приведет к мировому коллапсу. Наше будущее будет стерто. Малышей больше не будет кормить грудью, ведь их матери исчезнут. Лишь слабый боится смерти. Смерть – вот твое предназначение. А ради высшего блага. Их дела определен. Докажи свою преданность делу. Быть и рыцарям неприятно в тени. Без борьбы нет развития. Нам нужно... Серьезно, это вся битва? Животные обладают рогами. Копыта перед человеком. Они сражаются для того, чтобы продолжить выживание. Понятно. Ну и самое что, как же животные? Что я должен делать, блядь, с этими ебаными ножами? Мы не смеем вести себя легкомысленно. Мы используем приказ. А, лол, и он меня ударил, я его. А люди могут не понимать этого, но все это ради высшего блага. Им неведомо их истинное место в мире. Бля, ладно. Интересно, кто кого? Ух. Так, мне еще ему 3-4 раза нужно ударить. Они должны знать, что мы и есть правда. Еще 2 удара. Они должны знать, что мы есть. Они должны знать, что... Блять, я сейчас думаю, я сдохну. Пожалуйста, только давайте я не буду идти сюда с самого начала. Это, наверное, самая медленная битва. Короче, если я иду сразу, то он... Блять, атаковал меня все-таки, зараза. Сейчас, по идее, должен
Смерч ветер достать. Ну тогда же ветер сильный на... Ой, ветер, снег сильный начался. О, видите, меня сметает. Серьезно. Наша воля непоколебима. Ты просто не хочешь это признать. Это самая медленная битва. Как тут вообще проиграл? Мы почти на месте, Робин. Вот он, наш шанс. Я наша единственная надежда на связь с ним. Больше никого. Все, что нам остается, попытаться связаться с ним. Все остальные действия закончат смертью. Если ты будешь мне помогать, мы сможем это сделать. Теперь нам преграждают путь лишь безымянные солдаты. Сделаем это вместе. Мидвей, ждет тебя. Будущее. Будущее уже рядом. Так, ладненько, давайте, думаю, тогда мы с вами на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.